Опять, наверное. Опять я 4 зажать. Ух, горяченький чаек у меня. Сейчас я взбодрюсь. Где же 3? Что, ударов я не боюсь, я сыграю 4. Так, если у зрителей оставались какие-то вопросы, сейчас, когда я играю уже со зрителями, турнирчик можно писать. И я успею заметить и ответить. Потому что здесь уже не то напряжение, это все-таки турнир со зрителями. Здесь больше отдыха уже идет. Алина Борят пишет тоже мелкий. Да, мы знаем, мы знаем. Ну, сливать обидно в принципе вообще. А уж если сливаешь, как вы написали, мелкому, да? Как-то тоже вас все-таки задевает. Будем на чистоту, да, говорить? А представьте, кто-то проиграл Мишу Осипову. Ему же вообще 3 годика так вышло. Катастрофа советская. После этого начинается. Взяли, взяли. А, ой, что такое? Время, время кончается, Женечка. Женечка, так, сюда. Так, успевали выбрать пешку. Одна лишняя есть, да? Попробуем короля вырезать. Сюда. И сюда, так, а мы сюда. Сейчас произойдет вот такой обмен, но это такой обмен интересный. Сейчас важно не запрямовить какую-нибудь чушь у меня. Позиция должна быть с перевесом. Давайте сюда. И пока так. Так, сейчас, подожди немножко я. Ой, ну я запрямую ерунду все-таки. Ладно, будем флаг рубить. Я голову повернул, я отвлекся. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Евгению Новикову. Да, у меня получается ничья, да. Тихо, молодец, 8-летний мальчик, но вот доиграл до голых королей. Так, давай сейчас пока паузу поставлю. Готов? Да. Ага. Так, сейчас у нас появится... Все, сейчас выложим у тебя.